Баба Вера, как всегда, с вами. Ура! В Бузовой опять вышла новая песня «Мандаринка». Это я люблю мандаринки. У меня мандарины, значит, скоро Новый год. Знаете, ассоциация такая. Всегда. Ёлочка, праздники, мандаринки. И тут у Оли Бузовой вдовы, наверное, это. У них тоже праздник. Раз мандаринка, название песни, ну что, такое, знаете, она настроилась. Поехали, наверное, поехали. Ай, все такое. Мандаринка и бокальчик любимого и крестова. На закружит зимушка пушистая, заберу тебя с собой в Новый год. Мандаринка и бокальчик любимого и крестова. Кружит зимушка пушистая, заберу тебя с собой в Новый год. Ну что же ты грустишь, моя милая? Знаю, не успела, все, что так хотела. Не переживай, подними глаза. Посмотри на небо, будет много снега. Ну не плачь, моя девочка, прошу. Хочешь, я тебя на санках прокачу. Тебе, наверное, такое название, вот мандаринка, я прям очень понравилась. У меня вот ассоциация, я уже говорила, мандаринка — это Новый год. Песня такая вот хорошая, теплая, милая, вот такая самая, знаете, вот подняла настроение, сделала новогоднее настроение. Да, и дуэт мне очень понравился, очень хорошо у них получилось. Знаете, без всякой пошлости, а так простенько все, ну, о мандаринке. Вот, знаете, смотрю в окно, плюс 15, дождь, ветер, пасмурно, ну, нету новогоднего настроения. Где тут Дед Мороз со своим снегом, со своими горками? Нету, ну, наверное, не зайдет еще. К Новому году, наверное, не успеет примчаться. Так что, вроде бы, не новогоднее настроение такое вот это. А тут послушала, появилось новогоднее настроение, знаете, вот еще бутылочку игристого и мандаринок сейчас пойду куплю. И все, будем встречать Новый год. Будем даешь 2020.
И вам, ребята, всем новогоднего настроения, чтобы появилось, чтобы праздник был, и чтобы все ваши мечты исполнились. Ну, конечно, и мандаринки, чтобы были на столе. Так что пока-пока. До новых встреч. Okay.